За каждый верно выполненный номер Катюша получает вкусную рыбку. Номер усложняется. Прокоп на передних ластах. Остается только также великолепными переворотами на помосте. Иван берет электробалалайку. Но как настоящая артистка, Катюша не начать, не закончить номер без ваших громких аплодисментов не может. Следующего сложного номера. Thank you.
смотрите, какая она у нас красавица. Вика, эти бурные аплодисменты только для тебя. А мы продолжаем. Сейчас Виколовка пройдет по бортику бассейна на своих двух ластах. Иван берет кисти краски, чистый белый холст. Увидим, что же сейчас произойдет. Вика аккуратно зубками, словно ручками, берет кисть и наносит первые мазки синей краской. Следующий у нас наш цвет зеленый. Не забывайте поддерживать аплодисментами. Следующий желтый. Заключительный красный. Вижу, наносятся последние мазки. Сейчас узнаем все. Иван, скажи, пожалуйста, картина от Северной морской кошки Вики готова? Готова. Можно и нам, зрителям, поближе? Всем покажем желтой трибуне. Как вам картина, нравится? Не слышу. Слышу. Так, теперь и красной трибуне. Все, чтобы видели. А вам красная трибуна нравится? Не слышу. Друзья, пришло время прощаться с Викой, но она ждет обязательно вас еще к нам в гости.
дельфинами. О дельфинах можно говорить до бесконечности. Но, как говорится, лучше один раз вспомнить. Встречайте! Перед вами сегодня будут выступать черноморские дельфины Аполлины, Марк и Ева и их тренер Иван Зеленцов. Перед тем, как приступить, следует поздороваться с тренером. Здравствуй, Марк! Здравствуй, Ева! И поприветствовать наших уважаемых зрителей. Иван берет маленькие колечки. Сложность номера заключается в том, чтобы найти кольца в воде и доставить их тренеру. Мяч – это любимая забава наших артистов. Дай им волю, и они будут резвиться им до бесконечности. Что можно проделать с мячом. Иван берет большие мячи. Посмотрим, как на этот раз с заданием справятся наши артисты. Дорогие друзья, вы не забывайте, пожалуйста, ведь самая большая награда только ваши громкие аплодисменты. Великолепные фигуры. И скажу честно, это благодаря Кулакову. Все наши артисты молоды, но они все стараются для вас. И вы старайтесь для них, шумите! Поддержим аплодисментами! Создаваться не рукотворный шедевр. Ведь вы заметили, у дельфинов нет рук. Посмотрите, чистый белый холст. <с <с
ассасины продают. И первые свои мазки наносит Мара. Синей краской, синий цвет, на что похож? Небо, еще что? Море, конечно же. Картина, нарисованная дельфинами. Все именно дельфинами, Марком и Евой. Приступает Ева. Следующий наш цвет зеленый. А зеленый цвет чего? Трава. Трава, водоросли, деревья. Картина с зарядом положительной энергетики. Ведь только любовь вкладывается в этот шедевр. Следующий наш цвет желтый. Желтый знак все. Цвет солнца, которое нам с вами светит, которое нас с вами согревает. Представляю, как повезет тому, кому достанется этот шедевр. И заключительный наш цвет – это красный. Цвет коралла в Красном море. Так. Сейчас все узнаем. Иван, скажи, пожалуйста, нерукотворный шедевр от Марка и Евы готов? Готов. Можно все. Наши дельфины прощаются с вами. Перед вами сегодня выступали черноморские дельфины Аполлины, Марк и Ева и их тренер Иван Зеленцов. Какой футболист, какой сборной не помешал? Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы посетили наш дельфинарий. До новых встреч! Ну, а минуточку внимания. Для тех, кто хочет прикоснуться к нашим артистам, сфотографироваться, поплавать, мы приглашаем. Глазки у него, да, маленькие? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова